В Зарайске прошла международная акция «Диктант Победы». Это важная акция, ставшая частью праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодежи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны и дает возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о подвигах предков. Пройти тест можно было на 16 площадках или онлайн. Для зарайцев это не просто проверка знаний, а дань уважения участникам войны и событиям того времени. Тест состоял из 25 вопросов, на ответы отводилось 45 минут. Участие в акции принял и глава муниципалитета Виктор Петрущенко. Все вопросы, они все связаны с Великой Отечественной войной, потому что каждый человек сегодня, мы говоримся сегодня про Россию, должен знать точную историю своей страны, а Великая Отечественная война, она вошла в историю, скажем, очень сильно, очень значимую. И сегодня задача для тех, кто знал историю, какой ценой была победа, благодаря каким людям была победа в Великой Отечественной войне. Те, кто знал, они должны это повторить. А юные наши студенты, ученики должны об этом узнать, те, кто не знал. То есть эта акция, она, скажем, носит такое историческое, патриотическое направление, очень важное направление. Я надеюсь, что сегодня все наши 16 площадок напишут, если не на 5, но 4 с плюсом точно. Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого. Напомним, акция «Диктант Победы» была запущена «Единой Россией» в 2019 году в рамках партпроекта «Историческая память». Ольга Жолдева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.